Здравствуйте, в эфире информационная программа «День Республики». Я ее ведущая Нагана Кашранова. Глава Калмыкии Батухасиков осмотрел ход строительно-монтажных работ на водозаборе в селе Троицкого Целинного района. Это стратегически важный объект, один из первых в Калмыкии по очистке воды способом обратного осмоса. Строительство станции очистки и реконструкция сооружения позволит обеспечить качественной питьевой водой почти 13 тысяч жителей села. Работа кипит, у подрядчика большой и успешный опыт работы с подобными проектами. Это важный момент, ведь такая масштабная модернизация системы водоснабжения в Калмыкии проводится впервые, отметил глава республики. Он сообщил, что уже началась работа в селах Яшалта, Ульяновская и в поселке Цаганаман. Наша партия «Единая Россия» была инициатором федерального проекта «Чистая вода», благодаря которому мы можем строить такие объекты в нашей республике, подчеркнул Батухасиков. В село Троицкое вода надлежащего качества должна прийти уже в конце этого года, а глава Калмыкии поручил руководителю Целинного района в муниципалитете образования Эрдни Апиеву держать на строгом контроле ход строительства и уделять ему особое внимание. Батухасиков поблагодарил подрядчиков и Министерство ЖКХ и энергетики республики за правильный подход и ответственное отношение к работе. Принял решение назначить Мангутову Викторию Егоровну руководителем ведомства. Она зарекомендовала себя как опытный управленец, грамотный специалист в жилищно-коммунальной сфере. Желаю ей дальнейших успехов в работе, добавил глава Калмыкии. Он также выразил признательность федеральному центру за поддержку и помощь в решении проблемы водоснабжения региона. Глава Калмыкии Батухасиков проинспектировал ход строительства парка молодежный с министром ЖКХ и энергетики Калмыкии Викторией Мангутовой и представителями других профильных ведомств. Напомню, парк молодежный – это проект, который реализуется в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году жители Калмыкии путем онлайн-голосования выбрали этот и ряд других объектов в муниципалитетах республики. Батухасиков поблагодарил всех, кто принял в этом активное участие. На территории парка будут располагаться амфитеатр, детские площадки, велодорожки и другая инфраструктура. Особое внимание будет уделено озеленению. Здесь же планируем вырастить тюльпаны, а всего по городу будут высажено 7 тысяч луковиц. Это станет еще одной визитной карточкой нашей столицы и будет радовать нас и наших гостей, подчеркнул Батухасиков. Также он отметил, что развитие городской среды – один из приоритетов партии «Единая Россия». Благоустройство выбранных жителями объектов должно быть выполнено в срок и по утвержденным дизайн-проектам, добавил глава региона. Кроме того, он поручил руководителю администрации Листы Шафрану Типшинову проконтролировать ход работ. Желаю всем, кто трудится над этим важным проектом, успехов и побед. Вместе сделаем комфортным каждый уголок Калмыкии, отметил глава республики. 12 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль завоевали калмыцкие животноводы на 22-й всероссийской выставке племенных овец и коз в Волгограде. Всего более 70 ведущих предприятий и сельхозтоваропроизводителей из 20 регионов привезли в город-герой своих лучших животных. Нашу республику представляли 9 хозяйств. Такие мероприятия имеют большое значение для продвижения нашей продукции, которая пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Наша задача – поддержать калмыцких аграриев, и для этого мы используем все возможности. В Калмыкии по предложению вице-премьера Дмитрия Трапезникова будет создан межведомственный штаб. Он будет заниматься экономическим и правовым анализом АПК региона. Комплексный план развития отрасли сейчас готовит в Рио министра сельского хозяйства Калмыкии Тимур Сергеевич Гаваев, отметил ранее глава региона. Более 88 тысяч пациентов приняли врачи стационарного отделения скорой медпомощи Резбольницы. Четвертый год в республиканской больнице Жемчуева действует отделение, работающее по мировому стандарту оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Калмыкия стала первым регионом в ЮФО, где появилась данная инновация. Сегодня на юге их всего 3, также в Волгограде и Краснодаре. Ключевая особенность emergency – принцип медицинской сортировки на основе разделения по тяжести состояния. Красная для пациентов, находящихся в критическом состоянии, желтая для больных средней степени тяжести, не способных к самостоятельному передвижению, зеленая для людей в относительно удовлетворительном состоянии. Отделение позволяет снизить непрофильную нагрузку на специализированное отделение, сократить уровень необоснованной госпитализации. Это мощный диагностический комплекс, оснащенный необходимым оборудованием, который работает круглосуточно 365 дней в году. Ежегодно сюда поступает около 17 тысяч человек, в сутки более 70. В отделении выполняют ЭКГ, ЭХКГ, УЗИ, ФГДС и другие исследования. Сегодня здесь работают 43 специалиста. В планах организация сортировочной площадки и зала ожидания.
Стационарное отделение скорой помощи – это реорганизованные приемные отделения советского времени. Реорганизованные они с целью укорочения пребывания пациента в отделениях, удобством оказания медицинской помощи и сокращения времени пребывания, в принципе, вообще в стационаре. В калмыцком филиале МГГУ состоялась ярмарка вакансий. Встреча студентов с потенциальными работодателями в этом вузе проводится впервые с целью создания необходимых условий по содействию в трудоустройстве выпускников, в том числе с инвалидностью, их социальной адаптации к рынку труда, а также оказания содействия профессиональному росту. Представители 15 министерств, ведомств и учреждений республики ознакомили будущих специалистов с имеющимися вакансиями, рассказали о своей основной деятельности, перспективах развития, условиях работы и требованиях, которые сейчас выдвигает работодатель к специалистам. По словам директора калмыцкого филиала МГГУ Эрдне Пашнанова, подобные встречи позволяют студентам из первых уст узнать об особенностях и будущей профессии и дают им уверенность в решении проблемы будущего трудоустройства и самореализации. Все выпускники нашего калмыцкого филиала трудоустраиваются или продолжают обучение дальше в высших учебных заведениях для получения высшего образования по своей специальности. И думаю, что сегодняшняя встреча еще раз поможет нам скорректировать основные направления нашей деятельности на ближайшую перспективу. Сегодня мы готовы как раз вот эти вот наши предложения обнародовать, чтобы наши работодатели поняли, каких специалистов мы будем выпускать в ближайшее время. Возможно, они нам подскажут, какие специалисты нужны для народного хозяйства республики в ближайшее время. И также будем принимать во внимание те предложения, которые сегодня поступят. Сегодня начинается священный для буддистов месяц Ирсар, который продлится до 29 июня. Ирсар называют месяцем 100-тысячекратного приумножения благодеяний. В это время любая духовная практика или благое деяние примут кармическую заслугу, сила которой в 100 тысяч раз больше, чем в любое другое время года. Верующие обычно соблюдают пост, не едят мясо, рыбу, яйца, не пьют спиртные напитки и берут на себя обеты, тесно связанные с народными традициями и культурой. Священный месяц как раз-таки это уникальная возможность для людей накопить как можно больше благой кармы и провести этот месяц с максимальной для себя пользой, потому что благая карма необходима человеку для его развития, для благополучного нашего существования, для процветания. Вот все мы всегда жалуемся, что у нас, может быть, какие-то проблемы в жизни, может быть, мы как-то даже экономически отстаем и так далее. Но для того, чтобы у нас было процветание, для этого нужны прежде всего и кармические причины, для этого нужна благая карма. Поэтому важно каждый раз, каждый день накапливать благую карму, и тогда у нас будут причины для нашего процветания. И вот Ирсар месяц, целый месяц, это такая уникальная возможность, когда мы можем накопить много благой кармы. Вот, и поэтому мы желаем всем верующим посвятить этот месяц действительно благим делам. Пусть все заслуги, весь буин, который люди верующие накопят за этот месяц, он приумножится и принесет пользу всем живым существам. В Элисте отпразднуют День защиты детей. 1 июня праздник начнется в 10 часов с мастер-класса по цифровым специальностям, организованным Министерством цифрового развития Калмыкии. В это же время на площади Победы стартует городской фестиваль детского творчества «Радуга детства». В рамках фестиваля пройдет конкурс танцевальных коллективов среди учащихся с 1 по 10 классы и детских садов, а также конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце». А в 15:00 сразу на двух площадках площади Победы и в парке Победы в 7 микрорайоне начнутся праздничные мероприятия. Дети – это радость жизни, и детство – яркая страна. Здесь малышей ждут аниматоры, концерт, конкурсы и игры, а также праздничное угощение, мороженое. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала УТР на 21 кнопке в IPTV зеленой точки и Ростелекома, и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.